Единая Россия на 16-м съезде избрала свое руководство. Лидером политического объединения еще на 5 лет остался Дмитрий Медведев, председатель Высшего совета Борис Грызлов. Пленарное заседание началось с доклада Медведева об успехах партии и ее ближайших задачах. Но прежде чем зачитать доклад, он озвучил послание президента России делегатам. Путин, в частности, назвал перевыборы руководящего состава партии значимым событием. Отметил, что Единая Россия внесла огромный вклад в построение свободной страны, а в последние годы завоевала такое доверие граждан, что этот потенциал необходимо использовать и впредь. В свою очередь, Медведев во время выступления особенно подчеркнул, что России не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных. Вот наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами.